закончился. Он банку. Полицейский департамент Лос-Сантоса. Прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Что, брат? Полицейский департамент Лос-Сантоса. Немедленно остановите машину, слышу, иначе мы откроем огонь. Подрастипу дорогу. К обочине! По нам кто-то стреляет еще? Или что? Нет. Проверь, брат, если это угонка, эвакуиры и все. Дебил, мог остановиться, договориться, придурок обоссанный. Здравствуйте, я Соня Каласпорец из Барбоса, вот он бэджик на груди, я знакомься, значит так, вы задержаны за статью 17.6, от нас непочтение госсотруднику, где находится в вашей документике. Да не важно. Тоже через часик приду. Давай, брат. Нашел документ человека, знакомься, пожалуй, обратно, качественно печатки, прохлопы верхние, чуть-чуть крути. Так, хорошо, что тут у нас есть. На данный момент ничего незаконного не нашел. Сейчас достану КПК, если вторчик напротив. Сейчас он плашет там этот троск. Заломаю рук, человек поведу с собой, сейчас кодрят там или позору человека, почему мне закрыть дверь. Помни имена, липси номера. Так, если что, я купил банкомат Sandic Shores 57, который банкомат сзади там. Это больница. Вы имеете право хранить молчание. Все, что скажете, может и будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать до и время допроса. Вы понимаете свои права. Вы имеете право хранить молчание. Все, что скажете, может и будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить своего адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать до и время допроса. Вы понимаете свои права. Сейчас кое-где автомобиль расстегну меч, человек. Вам помочь, нет? Заломаю, что слова нет. Так, Сандра, сейчас этого закроем, пойду себе кофе сделаю и быстро вернусь, хорошо? Так, вы хотите реализовать свои права, сэр? Жду одну минуту. Жду одну минуту ответа, не ответьте, продолжу. Так, у нас сейчас 15.43, давайте ждем. В 15.44 я продолжу специально, если не услышав ответ. Так. Блин, слишком быстро апнуло 44. Кто пришел, спроси. Здравствуйте. Кепочка, нет, не впереди обменяться. Как в футболе майками, да? Да, да. С радостью бы. Ну вы потом я за эту кепочку по попе надавить. Вызовите адвоката мне. Ну, адвоката хочет. Хорошо. Так, сейчас у нас 15.45, ждем. Не могу просто так вязать, брат. Надо реализовать, надо, чтобы эти черти смогли реализовать свои права, потому что за это могут откинуть меня.
Санду, посмотришь за этим чупа-чупсом, я пойду быстро чайник поставлю. Давай. И смотри, пожалуйста, в чат, если ответит, я быстро скажу, что типа ответил адвокат. Надо ему обязательно сказать, чтобы этот черт знал. Помни имена, липси номера. Это пусто? Да, нихуя. Да, так этот патруль. Короче, все спокойно. Кто, он не приедет? Алло? Никто еще не ответил. Ну тогда продолжайте процессуалку, если он не приедет. Я не хочу долго ждать. Тебе ответили, брат. Дед. Ответил, он или адвокат? Адвокат ответил. Так, адвокат принял вызов, ждем. Сейчас у нас 15:47. Ну все, я передумал, он долго ехал. Че передумал? Так и скажем. Я передумал. Отмена по авокату. Клиент передумал. Так и напишу. Написать так? Да, да, да. Сейчас. По авокату. А как пишется? Адвокату? Неважно, я с Молдовы. Ну, пофиг. Адвокат. Наверное. Здрасте. Это не адвокат, это Филипп. Вы адвокат? Нет, 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 я... Ясно. Так. Ты не без моих скрям на сгрязку. Короче, вам адвокат не нужен, все верно? Мистер. Мистер Бумбастик. Очнитесь! Вы тут-то? Я не знаю, говорите вы, не говорите. Туда-сюда, ничего не слышно, короче. Мистер, мне нужен четкий ответ. Адвокат вам еще нужен, да, нет? Ладно, тогда, не знаю, ждем, получается. Раз вы молчите, молчите дальше. У меня в комнате, я не знаю, сколько градусов, у меня нет термометра, но у меня есть вентилятор тут слева, который я купил с Жумой, и мне прикольно вентилирует дом, короче. Молчит. Ну раз молчит, ждем чё. Ну сэнгур, Андрей, ну сэнгур. Эскусандо.
Санду, ты вышел? Тогда. Здесь. Вена напоим, аду к спончанику. Будем ждать адвоката, короче. Он молчит, он дебил. Я его спрашиваю, он молчит. Он то говорит, то молчит. Пускай ждем. Чё там, где адвокат? Ладно, короче, подождем. Адвокат не ответил. А, или ответил? Нет, не ответил. Да, ярку санду бандиту. Стоять на месте, сказал. Так, юстанская расфуга. Так, вам еще статья 17.13, побег при задержании. Какой побег при задержании? Самый обычный, ждем. Вы мне не говорили тут стоять. Вы стоите, молчите. Я тысячу раз спрашивал, адвокат еще нужен, нет? Я вам отвечал уже на этот вопрос. Мне нужен четкий ответ после того, как я его отменил, чтобы не было еще. Смотри, как я хожу. Тогда будем ждать до конца уже. Привет, Тоня, привет. В отражении. Ваш сотрудник тоже присутствовал, когда я отвечал. Я не знаю, где вы были. Че у вас тут? Как-то у вас тут... Алло, привет, Семек. Все по кайфу? Без продвижения. Понял. Ладно, пойду в другую кабиночку. Ну, брат, сколько прошу выбор? Еще 2 минут. Да я на всякий случай подожду, блин. Он говорит, он на то, надо, пошел уже. Спасибо за панду. И за вот это вот. Как это? Сердечко. Спасибо себе, спасибо. Сейчас еще 1 минуту. Спасибо за мороженку. Какой день? Плата? Че, в ЛСПД легко попасть? Просто приходишь, хочу работать, все, чик-чирик, тебя берут. Че там чайник закипел? Мистер Бумбаста. О, сейчас чайник закипел. Кофе налью, 10 минут подожду. Мед поставлю мой. И закроем этого дракона. На 40 минут счастья. Правильно, правильно. Все. Все, иду. Так, 10 минут. Надо 10 минут ставить. Будь... Что такое? Так, судя по часам наверху, 10 минут прошло, я сейчас продолжу на 10, значит так, сейчас встану перчатки, прохлопаю верхний, нижний, следующий окна напротив. Так, отпускаю руку, у нас там перчатки, сейчас прохлопаем, посмотрим, что там, ага, ничего не нашел, замечательно, значит так, будет задержан за статью 10.17.6, непочинение госсотрудник, статья 10.7, передвижение на угон автомобиля, статья 13.13, побег при задержании. Так, хорошо.
Сейчас там телефон взял фотографии для отчета, сейчас там планшетом распечатает Роска. Угу. Так, фракционов, ведь в розыск 4, 17, 13. Обожаю эту статью. Так, заломаю ручную, кто с собой? Быстрее, 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 давай, 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 давай. Так, сейчас кое-то в РКПЗ, посажу человека, закрой дверь. Ну все, приятного отдыха, там, мыло не ронять, да, сюда. Поносим остаться. Так. Всего хорошего.